поставьте на ножки. Сможете на ножки поставить? Кого? Зверюгу? Собачку вот эту. Кошечку. Как поставить? Ну, чтобы она не лежала. Вот и чтобы, на ноги. Чтобы было видно, что нет опороспособности конечности. А, понятно. Угу. Ну, все достаточно. Позирует. Потому что я тут самый опасный, да? Ну, получается, да. Вы сзади все подкрадываете. На сторону кошечки переходи, потому что мне нужен интерес ножки, не столько зверя, сколько ножки. С удовольствием уже перейдет, только как вот витамин, ну витамин тоже мышей можем. Проблема не в том, что и кальция не достает, проблема в том, что в мясе, в молоке и прочих продуктах большое количество фосфора. А все зоопарковские животные, насколько мне известно, цирковые, страдают. Напрягите, девочки, больную. Все. Thank you.